Всем привет, друзья! Вы знали, что можно сделать из растений люфы? Если нет, смотрите этот ролик до конца, и я вам расскажу, что можно сделать. Из люфы можно сделать натуральные мочалки. А для этого нам нужно очистить его, эту покрову, и посмотрим, что у нас получится. После того, как мы очистили, у нас получается такой корневой мочалка. Оно 100% натурально, это дар Аллаха. После того, как мы очистили покровы, у нас получится такой корневой натуральный продукт. Из этой люфы можно сделать себе натуральные мочалки. Вот такие у нас мочалки получатся. Для того его использовать, надо его замочить к теплой воде, и у вас получится мягкая и 100% экологические натуральные мочалки. Кроме этого, можно еще пользоваться как для мытья посуды. Как мы знаем, у нас есть специальные средства, но эти 100% натуральные.